Отбивая четкий ритм, великолукские мажоретки маршируют в праздничной колонне под восхищенные взгляды горожан. Впервые уникальный коллектив появился в 2011 году по инициативе Комитета культуры Великих Лук и с тех пор создает торжественность на любом городском празднике. Однако за стройными маршами и блеском военной формы стоят часы усердных репетиций. Держать осанку и грациозно двигаться девушек учит Наталья Нестерова, также руководящая коллективами «Клякса» и «Белые росы». Движения мажореток представляют собой синтез хореографии и спорта. Танцовщицы работают со специальным жезлом Беттоном, а недавно у них появился преподаватель по ударным инструментам. У нас в этом году в наш штат зачислен педагог по музыкальным инструментам, но в данном случае барабаны. То есть мы работаем с ударными инструментами. Смородинов Алексей Николаевич работает с девушками один раз в неделю. Музыкальная грамота и непосредственно манипуляции, умение держать палочки, развитие слуха, координация. Тут даже еще сложные не сами технические вопросы, а условия. Бывает, мы работаем под дождем, дождь, ветер, по лужам идем, шагаем. Сейчас коллектив «Золотые погоны», созданный на базе Дома культуры имени Ленина, принимает участие во втором онлайн-фестивале «Мажорет-шоу». На специальном канале сайта YouTube размещены два выступления великолучанок с реквизитами и барабанами. Надо признать, девушки не сразу освоили новые предметы. Но под руководством Натальи Нестеровой, которая постоянно повышает свой профессиональный уровень на международных мастер-классах, они научились четко и красиво выдерживать рисунок танца. Наталья Леонидовна – это наша вторая мама. Она всегда с нами, всегда нас поддерживает. Многому нас научила. Не только и хореографию, но также она вложила в нас те основные качества, характер, послушание, трудолюбие. Мы за это очень благодарны, могу сказать, от всего коллектива. Онлайн-фестиваль «Мажоретки России» завершится 10 апреля. При подведении итогов жюри будет учитывать количество просмотров конкурсных видео. Жители нашего города еще успеют поддержать великолукских мажореток, у которых впереди немало ярких выступлений и творческих побед.